Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в видео у меня будет обрезка и формирование кроссандры. Вот с этой кроссандрой я сегодня буду работать. Ну, кто смотрит давно мой канал, они все знают, что кроссандра у меня очень хорошо цветет. Она вот, я и недавно обрезала колоски, конечно, не показала вам, как я это делаю. Ну, в принципе, там ничего такого сложного нет. Просто я обрезаю все колоски, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Они все равно, в принципе, не нужны. Здесь красота у растения – это красивые ее глянцевые листья и, конечно же, ее цветение. Цветет она очень обильно, очень ярко и красиво. И по ходу я вам расскажу, как я за ней ухаживаю. Я вот сейчас кроссандру взяла, вот какая она у меня есть, которая сейчас требует ухода. То есть я ее сейчас подстригу, сформирую кустик, как я вот вижу, допустим, как я хочу видеть свое растение. И я ее сношу обязательно в душ, обмою ей листочки. И потом в конце видео я, конечно, покажу, как она расправит свои листья и будет выглядеть совершенно по-другому. Ну, сейчас, конечно, я уберу ей вот эти ветки, которые выше основной кроны. Я постараюсь ее сделать более равномерной. И, ну, вот сейчас я примерно буду вот так вот обстригать. Сейчас по ходу посмотрю. Здесь, конечно же, вот уже колоски появляются новые. Она у меня еще стоит постоянно, как сказать, я ее не поворачиваю, потому что ее там неудобно поворачивать, и она стоит. И вот она немного как-то вот на одну сторону у меня сформировалась. Но это тоже можно выровнять все, если растение поворачивать к свету. То есть разной стороной ее. Тогда она будет более равномерна, не так, вот, как у меня получилось в этот раз. Вот, вот ветку жалко, конечно, убирать. Я обрезала вот эти торчащие ветки у нее, и остались у меня здесь, она просто колоски новые выкидывает, что не хочется мне обрезать цвет. А вот здесь я хочу просто подчистить у нее, вот здесь убрать. Я хочу, чтобы стволик у нее был более голый. И ненужные веточки я сейчас здесь выстригу. Ну, сухие веточки, допустим. Кроссандра – светолюбивое растение. Она любит солнечный свет даже, чтобы на нее попадало солнышко. И от этого она начинает цвести. Если солнышко хватать не будет, она может капризничать и не цвести. Уберу вот эти тоже веточки. Хочу удалить ей, чтобы вот освободить, чтобы более такое, знаете, было. Стволики вот эти видны были. И вот эти все пенечки. Ну, где-то вот желтые листочки там уберу. Там вот у нее в середине вот она цветет. Видите, колоски там у нее. Два колосочка.
Вот она как-то более ухоженно так смотрится. Вот эта ветка, вот еще не знаю, что с ней. Ну, такой большой стрижки. А, не было, конечно. Но все равно вот эти торчащие ветки я убрала. И кустик уже смотрится более аккуратно, более ухоженно. Ну, вот эти веточки, которые здесь, конечно, их можно укоренить. Потому что посадочный материал прям хороший такой. Она укореняется, вот можно в воде укоренять, а можно и в тепличке. У меня уже растет второй экземпляр кроссандры, который уже пушистый, такой кустик стал тоже небольшой. Я тоже сама укоренила. И вот это вот у меня выросла моя большая кроссандра с такого маленького череночка укорененного. И вот такая красотка. Но ей года 4 уже. И я, конечно, ее все равно немного застригаю. Корневая система у нее уже мощная, хорошая. То есть вполне подойдет, даже если ее куда-то в оранжерею высадить в грунт, то это будет прям вообще как в тропическом, наверное, субтропическом лесу, где можно повстречать кроссандру. Я считаю, это растение неприхотливое. Главное поставить его на светлое место и притенять от прямых солнечных лучей, особенно в весенне-летний период. А зимой как раз-то и на солнечное место можно ее поставить. И она будет радовать вас вот такими красивыми цветами. На канале есть видео про кроссандру, как я за ней ухаживаю, и пересадки, как я там делала, и грунт, все-все-все. Ну, кто не видел, я повторюсь, как я за ней ухаживаю. Ну, про место я сказала, что светлое место любит. Любит, это у нас тропическая красавица. Она предпочитает влажный воздух вокруг себя. Но я ее не опрыскиваю очень часто. Она у меня уже адаптировалась. Листочки у нее хорошие, без всяких сухих кончиков. Редко опрыскиваю. Но стараюсь ей устраивать теплый душ. Но это тоже злоупотреблять этим не нужно. Ну, хотя бы раз в 2 недели, допустим, ну, чтобы обмыть листья от пыли. И она, конечно же, напитывается, ей очень нравится. Растения вообще любят, когда им устраивают душ. Это заменяет им дождик. И также я ее проливаю. Это, в общем, я в душ ее ношу тогда, когда у меня грунт сухой. Потому что, чтобы не было перелива. Растение не любит, когда перелив. Она может ну, быстро очень корни загнить, и растение будет выглядеть уже больным. Если перелив будет, сразу сказывается на листве. Концы становятся такие, знаете, где-то появляется ржавчина какая-то, где-то какие-то пятна появляются. Это все от перелива. То есть здесь нужна золотая середина. Как я ее поливаю? Я уже просто знаю свои растения, и я уже не проверяю, вот, допустим. Но у меня вот верхний слой грунта, он у меня не мокрый. Вот видите, земля рассыпчатая. Примерно, наверное, пересыхает, ну, больше, чем половины. В летний период я, конечно, ее чаще поливаю, а осенний-зимний период стараюсь поливать меньше. И солнечного света становится меньше. Удобряю я ее круглый год, потому что она у меня стоит под лампой, досвечивается, света хватает каждые 2 недели. Удобряю удобрением для цветущих растений. Сейчас я ее сношу в душ и покажу, где она у меня стоит. И вот при вас вот так вот я ее сверху, чтобы листья все обмылись. Она это очень любит. И за одним полью. Вода должна быть теплой. Ну вот, поставила кроссандру на ее место. Повернула ее немного другой стороной, чтобы она более выровнялась. И поставила ее на свою
полку, которая была изготовлена по моим эскизам. Очень мне нравится эта полка. У меня есть видео на канале. Если кому-то интересно, можете зайти посмотреть. Впереди много интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.